Всем привет! Это видео будет про прогулку с Мейсоном по лесу. Кому интересно, смотрите. Все, с нами теперь кот, да? Да. Первый кот наш, который побудет в лесу. А? Меня Юль тогда спрашивала. Он с вами будет тоже путешествовать. Ну, как видим. Юля, тебе спасибо за этого кота. Смотри, как я и хотел. Сидит на рюкзаке, на плече. Со стороны это выглядит забавно. Такого кота мне и надо было. Чтоб он на рюкзаке вот так сидел. И с ним можно было ходить. Ну вот тебе такой кот. Да. Так он у тебя по факту на капюшоне, но все равно. Ну, я имею в виду сидит, все равно. Главное сидит. Его же капюшон поддерживает рюкзак. Но все равно прикольно выглядит. Да, очень прикольно. Как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мейсон. Ну чего ты? Ну. Не хочешь больше. Ну. Не бойся, кот. Это нормально. Держись сам, главное. Че, Мысюш, увлекся? Да? Не, все вылез, как я камеру включил. Да? О, опять на твое плечо облокотился. Как там у тебя дела? Ему нормально. Он тупо рассматривает нормально территорию. Вон, Мейсон, смотри, бабочки летают. Все, он у тебя пока что на правом плече опять. Да я вижу по теме. О, не, всё, переехал. Да? Опять улегся. Вот. Ну-ка. Ну, во, лапки. А че, неудобно так? Капец, а мне неудобно, мне тут шагать приходится. Да ладно? Боком, хотя я могу вот так сделать. Да, вот. Мейсон, Мысюш, ты у нас будешь теперь популярный. Ой, слишком. Тебя слишком видели, сейчас расскажут. Сейчас он. Кто-то одна шел с котом. Дама другой расскажет, сарафанное как они радио видели кота, который сидит в капюшоне и не убегает. И все, и ты звезда нашего города будешь. Все еще рассматривают. Классный кот. Да. Ну что расскажешь? Что я расскажу? Ну да. Не знаю, что рассказывать. Ты так идешь и кот. Не, его что-то. Здесь, наверное, не ловит, Серег. Ну, короче, на карте его нет. А, нет, вот что-то летит. Но он летит. А? Кот. Гуляет с вами, да? Ну вот, первый раз. Он дома привык на мне сидеть. А вот спать сидит. Я тоже думал, убежит или что-то. Сидит. А самостоятельно не ходит? Да, мы его не выпускали. Надо же, а? Да. Первый раз вижу, что коты так гуляют. Я прямо мечтал, чтобы кот вот сидел на рюкзаке и чтобы с ним можно было по лесам ходить. Вот, нашелся такой. Я видел как-то через это, через заднее стекло на юг, ага, ездил. У кого-то в машине в салоне, вот, на передней панели лежит, кошки ездят с ними. Да. Вот это раз в жизни, а вот это второй раз в жизни. Вот. А что буду рука на плече первый раз. Думаю, как так, люди едут, попробуют мою кошку. Ага. Садим машину, она выскочит, вот, чистим. Ну мы вот не учили, он сам так. Он Дик все зато на кухне. Он вот так вот запрыгивает на стул, лапы ставит задние и смотрит, что едят. На стол тоже не лазит, но первое время лапы на стол ставят. Я ему говорю, вот на руку ставь. И он прям вот лапы поставит, ага, ничего не едят, слезет. Понимает, да? Да. Ну и какой смышленый. А сколько возраст? Ну сколько ему? Года да еще нет. Нет, да. Мы его по осени брали. Он ему вот месяц, наверное, месяцев 7 или... Да его девчонки нашли тогда, где-то он и в кустах бомжевал, его коты большие били. Вообще... И вот я увидел в интернете фотку. А вы вообще вы? Ну да. Ну породистый какой-то. Нет, это обычный.
кремовый. Не, может, он и породистый, да мы не знаем. Точно известно одно, он кремовый. Да. Какой он? Кремовый. Какого-то кремового цвета то. Да, на рыжий он не похож. Что-то между рыжим и белым. Да, 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 да. Симпатичный котик. Да. Нас ждет первый раз в жизни. Посмотрим. Вот такое вот дело-то. Ну что, может, дойдем до столиков? Пойдем сходим. Заодно, может, он там побегает. Вот мы его на том столе все-таки снимем. Он, смотри, уже привык. Майса. Ой, тихо, тихо. Тихо. Он все живой стоит. Кот, как оно тебе? Полиса. О, шарахаться. А, так, да. Короче, мы так. Мы что-то с тобой в дебри в какие-то попали. Неправильные. Угу. Да, Катя? Ну, он, смотрю, в кустах уже себя начал лучше чувствовать. Ты шнурки поглядывай все равно. В кустах ему комфортнее, без это, ветра нет. Ничего нет. Не, ну, тем не менее. Мэйсон, а что ты там делаешь? Ну, покажите. Ну-ка, я ему иголочку дам, понимаю, что будет. О, о, интересно стало. Сразу надо понюхать. Пожевать тоже. Че, Мэйсон, интересно, да? Надеюсь, его видно. Видно его там? Да, видно. Запись просто идет? Да. Ну, отлично. В общем, вот такой у нас интересный кот. Им все интересно, даже сухой листик понюхать. Моя кепка, Мэйсон. Им все интересно. Так, все, Мэйсон, пойдем дальше. Садись в капюшон. Я, кстати, не вижу, как он там сидит. Надеюсь, он вот так будет видно. Задними лапами сидит. Мне самому интересно, как он это у тебя, все. Он, короче, одну лапу на, как бы, на так часть шеи. В общем, короче, а, смотри. Я иду за тобой. Свежеспиленная. Да, идешь за мной след в след. Чтобы это. Ну. Я смотрю, кстати, он понимает, когда лучше. Да, Мэйсон. Он уже понял, что. Давай, держись. Двигаемся, лучше сидеть. Да, когда сиди. Лучше стоять. Вообще молодец. Он понимает, что когда движется, надо же посидеть, чтобы аккуратно все. Так. Вот так. Здесь снова аккуратно. Потому что здесь вон чего. Опа. А мы в летних тапках. Так, Мэйсон, держись давай. Держишься? Держу. О, кот. Все, я остановлюсь у елки, может, он понюхает. Он так меня тычет. Че, елку смотрит? Да, смотри, как ты смотришь, он тебе давно видно. Прям уткнулся. Ну чего, кот? Он у тебя на плечо сел. Ну, я вижу. Ну, одной лапой задней. Ладно. Мэйсон. Смотри, кусает. Он пытался укусить елку. Эх, ты кот, тебе интересно, да? Он попытался укусить, а они же колючие. Так что неудобно кусать. Пошли, кот, дальше. Давай в капюшон. Давай я поправлю, а то он. Да, кот, садись в капюшон опять. Сидишь? Пошли, кот. Но он у тебя скорее больше на плече сидит. Да пускай сидит. Ну ладно, если неудобно, главное, чтобы не упал. Ой. Так, так, снова так. Грязь, снова... Да не, мы вот здесь сейчас пройдем. Просто. Тихо, тихо, тихо. Ну, короче, я утонул уже. Плюс этих туфель в том, что они быстро сохнут. Тут ты прав. Да. Но их легко намочить. Да, да, да. Короче, у них и плюсы, и минусы. И минусы, да. Ну, сохнут, у меня, в принципе, съехала нога из-за того, что я пытаюсь все равно хоть какой-то баланс-то додержать, чтобы коту было удобнее идти. И поэтому оно вот так вышло, кот, что
я уехал ногой в лужу. Мэйсон, ты как там? Вот он у тебя на двух. Нормально. На всех лапах держится в районе шорта и сидит. И себе на заметку, кофту надо в следующий раз одевать другую. А то он меня ей душит. Немного душит. Он, получается, сидит в капюшоне. Он тебя задними передними лапами сечает. Ну да. Кот, ты как там? Хотя, судя по всему, он их управляет. Нормально. Да не, нормально, нормально. Ему елку интересно понюхать еще, походу. Елку? Да, он сам. Ну сейчас елку. Подойдем. Ну, сейчас, сейчас вот эту грязищу пройдем, чтобы опять не плюхнуться. Будет тебе елка. Да. Вон, у нас тут большие елки. А он сейчас увидит. Поэтому все, что слева. Мы пойдем к ним. Так, смотри, все равно под ноги, шнурки смотри. А, так это тропинка в обход вон той этой. А. Так что пошли. О. Вот Мэйсон, елки. Чем мы? Нюхай. Так, подожди, Серега. Вот там он, отличная ветка прямо на дороге. Вот. Где? Во, да. Точно, хорошая ветка. Сейчас Мэйсон, вот. Тебе елка. На. Не, Маша. Смотри. Ему интересно. Как тут, чего? Он так их нюхает. Надеюсь, время, будет он видно. Он кусать пытается, как будто. Но он скорее их просто смотрит. Он их кусает. Да. Ты когда на видео будешь смотреть, если будет видно. Ты поглядывай, здесь тогда шнурок черный полз по осени. Я не знаю, есть на видео, когда они у нас просыпаются. Он очень смешно будет. Да? Да, ты на видео посмотришь, как уржется у него. Ну, я надеюсь, что это смешно. Ну, это скорее забавно. О, я надеюсь, это видео с котом всем понравится. Кот, ты куда, кстати, собрался? Мэйсон, елку нюхать. Нюхать елку. Тут только ветки есть. Елки нет. Он ветку теперь нюхает. И ветку сгрызть пытается. Он ему все погрызть, все посмотреть, все понюхать. Ну а что, нормально? Я считаю, ох, для кота он, это он нормально. Да он вылез уже на плечо, как он обычно дома сидит на мне. Ну да, ему удобно. У него уже есть опыт в таком сидении. Да, кот, все, кот, пойдем в другое место, да, залезай в капюшон. Сейчас мы еще по дороге тебя найдем, что ты можешь понюхать, обрызнуть. Да, 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 да. И потереться. Мы сейчас придем, кот, на стол. Ты там посидишь. И ты там посидишь. И мы еще тебе ветку дадим. Да. Поиграешься. О, видишь. В летних тапках по снегу. Он еще и рыхлый. Да. Теперь главное не провалиться. Ты, кстати, идешь почти в луже. К самой. Чтоб ты знал. Ты идешь в середине. Ну, в общем, в летних тапках по снегу очень удобно. Как бы это... Иронично не звучало. В летних тапках по снегу. Вот так вот. Четкий кот. Я буду идти всю дорогу и Юле говорить... Спасибо за кота. Знаешь, мне кое-что стало интересно. Что? Короче, что снег еще не растает, я ему дам понюхать кусочек. Да. Вот. Интересный кот. Прохладно. Ладно, пойдем дальше. Сейчас там как раз мы, опа, пройдем. И вон там нам девки должны попасться. По идее. Да, по идее. Мэйсон, слышишь? Девки орут. Мэйсон. А Мэйсон? Чем мы сейчас гладим? Он гладится. Как-то это мне просто. Надеюсь, все снимется идеально. Ну да. Потому будет. Что я боял, елкой провел по нему. Я не планировал
столько снимать. Тем более я снимаю не на фронтальную камеру. И я не знаю, что из этого получится. Особенно, когда я пытаюсь тут ловить баланс, чтобы кот не свалился. Хотя он, опа, он сидит надежно. Видишь, еще в летних тапках, еще едут ноги. Как ни крути. Если бы протекторы были, ноги бы так не ехали. Я его веточку. Слушай, они орут прям вообще, как в лесу. О, песни запели. Вот представляете, вы вот так идете и думаете, вы одни в лесу, да? И вы там поете песни, что-то орете. И вы даже не подозреваете, что тут идут два человека с котом на плече. И они весь ваш трэш записывают. Круто, да? Вон они. Это к тому моменту, что вас всегда кто-то видит. Типичное время. Ну что, девки, тебе по твоему возрасту. Тебе, как говорится, это... Как бы это сказать-то? Сам Бог велел. Ну что ты, кот? Кот паникует, что я ищу. Паникуешь? Что там у тебя? Слушай, он у меня лямку немного снял. Шишку не хочешь? Такие веселые девчонки нам попались. Спросили, как зовут нашего попугая. Ну, не важно. Не, ну, девчонка юморнула. Слышь, Мэйсон, тебя назвали попугаем. Как ты к этому относишься? Назвали только попугаем. Да, угарнули. Ваше слово. Представляешь, Мэйсон? Я вообще думаю, что он у нас будет вот так все время. Потому что, если так разобраться, да, тех котов других я когда выносил в подъезд, они сразу спрыгивали на землю, и им надо было куда-то бежать. А этот из-за пазухи вылез сразу на плечо и всю дорогу сидит. И я думаю, что у него будет ассоциация, если на улицу, то обязательно с нами вот так на плече с кем-то. Но это мои предположения. Но все равно, в любом случае, рано или поздно мы его посадим на землю и ему придется самому еще походить. Ну это понятно. А не, пусть будешь, пока он... привыкает. Нет, пока пусть будет так. Он уже вроде более-менее адаптировался. Да-да, он уже, так сказать, без когтей особо стоит уже. Да, Майс? В свое время когтями на тебя опирался. Теперь он без когтей может снять. Нет, смотри, тут опять много снега. Ну пройти можно. Я вижу уже путь. Нет, я к тому, что... Наверное, мы до нашего места, если сейчас захотим пролезть, и не пролезем. Нет. Я вот к чему. Ну, хотя бы до столика тогда дойдем. Ну, сейчас до стола дойдем. Там посмотрим. А там по обстоятельствам. Я и говорю, там посмотрим. Потому что сейчас что-либо сложно говорить. Так. Не уехать бы опять куда-нибудь. А то получится, как тогда. Раз и в лужу. Надеюсь, кота видно. Мне вообще интересно потом самому, что он там делал, так как я не могу посмотреть. Так, вот, давай чего? Ему удобно. Я, короче, хотел капюшон притянуть, а он в нем сидит. А, он сидит? Да. Ему, ну ладно. Ну и ладно. Такси ему удобно? Конечно. Так, если он так сидит, значит, ему так нравится. Интересно. А на велосипеде? Он так бы мог ехать со мной? Не, на велосипеде, я думаю, вряд ли. Потому что, считай, там скорость больше, ветер дует. И его тогда надо на что-то привязывать. Так. Короче, мы на наше место не попадем. Кот, вот мы пришли к столу. Ну что тут, блин, сказать? От лавок больше совсем ничего не осталось. Остался только стол. Спасибо добрым людям. Мэйсон,
Слезай на стол, кот. Слезай. Кот, а? Иди сюда. Спрыгивай. Давай. Давай, давай. Не хочет, смотри. Не хочет. Может, мне ее снять попытаться? Не стоит так делать. Ну, я не знаю. Ну, попробуй. Не, ну, сними, конечно. Ладно. Сними. Сейчас. Пусть это посидит. Я хоть это, рюкзак сниму. О, сколько. Не то, чтобы я устал, но пусть кот посидит. Все, все, тихо. Все. Найс. Ну чё, кот, как в лесу? Прикольно тебе? Да, конечно, прикольно. Все. Всё интересно, да? Я смотрю, он сразу так уверенность приобретает, когда его гладят. Ну да. Все, уселся. Ну, норм. Ну и хорошо. По всему, дальше этого стола он не собирается. Ну правильно, ему непривычно. Че, где, че, как, да, кот? Да нет, ничего. Чё, просто всё интересно. А ну-ка. Кот, подожди, подожди ещё. Будешь пить? Нет, смотри-ка, он чистый носом ткнулся опять и не хочет. Значит, не хочет. Чё? Ничего. Он также дома воду понюхает у меня. И все. Он туда даже не лезет ни языком, ничем. Короче, пить ему не хочется. Ну да. Че, как интересно, да? Смотри, прикол. Вот он сидит, ну вроде нормально, да? Сидит так, начинаешь гладить. Не хочешь выходить. И хвост сразу хоба вверх. Че-то грызет. Да он, я ему веточку тут вот эту положил, чтобы он ее. А-а. Вот он ее изучает. О, ворон сидел над нами, представляешь? Он полетел. Ему нравится, походу. Да? Да. Мейсон, ну ты как там? Мейсон. Чего ты, кот? Мейсон. Котяра. Котяра. Он что-то время... Мейсон. Чего? Такой писклявый мяу. Да, Мэйса. А дома как орёт, прям во всю гласину. А тут такой... Да. Ну да. Чего такое? Еле слышно. Ну чё, сынок, как оно? Да прикольно с этим котом, да? Слушай, ему сейчас настолько пофиг, что даже за живот его можешь погладить. Смотри, ему пофиг. Я вижу. Чё? Букашка, да? Муха. Ты ж мух не видел, потому что осенью только мы тебя принесли. Даже дома их не видел, если кто-то. Ну да. Ну чё, скоро... Мэйса. Несъедобно, да, мы? Если это...
Вот примерно так же он у тебя сидел на плече, вот так. Все погрызть надо, да? Пошел куда-то. И обратно. Короче, ему удобно. Осторожно, сынок. Так он уж давно тут. Ну я тебе правильно говорил, что он никуда в лесу не побежит. Ну-ка. Интересно, встал, но потерял он тебе путь. Мейсон. Я не союзу в ответ, но пока. Я смотрю, он просто но. Ну а чё, нормально. Реакция кота была на всю эту прогулку, которую я ожидал. Что он будет сидеть на плече и не будет никуда убегать. В принципе, так и было. Теперь я думаю, кота можно брать спокойно с собой в походы. И он будет везде с нами тусить. Как он, все видели, он ведет себя спокойно, никуда не убегает. Поэтому с ним проблем не будет. А на этом наше видео заканчивается.